Повесить игрушку и зарядиться новогодним настроением собрались дети из 10 школ и 7 детских садов Пролетарского района. Эта традиция живет уже 8 лет, а самодельные игрушки – частички новогоднего волшебства. Каждый из собравшихся внес свою лепту в создание нарядного убранства. Сначала папа нам сделал заготовку домик, да, а потом мы вырезали цветную бумагу и обклеивали этой цветной бумагой домик. Да, Вика помогала клеить. А потом мы у бабушки делали вот такие молочки, а окошки мы тоже дома делали. А вот эту катку, ну и дома. К предновогоднему веселью присоединился и мэр города Игорь Асабин. Часы повесим давайте. Вот новогоднее время пошло, да? Еще один ингредиент новогоднего настроения – хоровод. Он объединил всех собравшихся на площади. Дети, их родители, педагоги и представители горадминистрации. В танце закружились все. Хотелось бы поздравить наших уважаемых горожан, детей, родителей, всех, кто проживает в городе Саранске, в Мордовии, с наступающим Новым годом. И пожелать им здоровья, благополучия, радости, чтобы Новый год приносил всем подарки, удачу и счастье. Полина Клименкова, Станислав Семин, «Народные новости».